Еще у нас возникает, да, еще один вопрос. Вот все-таки актер, и даже если это озвучка, либо это роль, и в нее вживаются. И, соответственно, бывает ли такое, что не хочется выходить из образа? Либо вам он очень сильно нравится, что, может быть, на какое-то время ты его сохраняешь? I think I've taken a character into my real life, but there's been characters that I've wanted to play longer. For example, I did a show called Killer Women it was on ABC, and I played a Texas Ranger, law enforcement Texas Ranger, and it was such a fun character, but we only did 8 episodes and I never got to play her again. And that was very sad for me because I enjoyed very much playing this character. Я никогда не забирала персонажей в свою личную жизнь, скажем так, но были некоторые персонажи, которых мне хотелось бы играть дольше. Например, я не знаю, появился ли, смотрели ли вы сериал, называется Killer Women, скорее всего, женщина-убийца, можно перевести. Главного персонажа, которого я играла, это Техасский Рейнджел, но, к сожалению, было всего снято 8 или 9 эпизодов, а мне так хотелось остаться с ней еще подольше. And you sometimes find that you'll take certain aspects, like when I played this Texas Ranger, I had to speak with a bit of a southern accent, and so I would find myself doing that in my own life, or kind of walking the way she would walk, or things like that. So sometimes when you're playing a very damaged, so it's hard to let that go and, you know, not be sad the rest of the evening. No. Иногда случается такое, что забираешь какие-то маленькие черты своего персонажа. Например, вот в этом сериале «Женщины-убийцы» мне нужно было говорить с южным акцентом, и иногда такое случалось, что я переносила этот акцент в свои обычные ежедневные, каждодневные разговоры. Или я ходила так, как ходил мой персонаж. И иногда, когда ты играешь очень сложного, скажем так, персонажа с тяжелой судьбой, то тебе сложно в конце дня отпустить эти эмоции и войти в себя и быть веселым, потому что ты, например, 22 часа провел, играя эти тяжелые эмоции. Вот, во многих играх, соответственно, есть твой голос, и даже персонажи похожи на тебя. Как вот по ощущениям, когда ты понимаешь, что очень большое количество игроков играют примерно, фактически, можно сказать, тобой? That people are playing the character, or they choose to take the character onto a mission with them, like in Mass Effect, and you can take Edie on the mission. In Mass Effect 3, when she got into a body, a robotic body, I was like, sweet, now I can go on the missions, as opposed to just being the spear on the ship. And with, you know, the Queen of Blades, I laugh sometimes. I walk around my house and make fun with my husband. I'll be like, I'm the Queen of Blades, and put my arms out. And it can be a lot of fun, and you know, the fact that StarCraft has tournaments in Asia, I think specifically, that are just about playing the game and who is the best at playing the game. I think that's fascinating that there are actually tournaments, televised tournaments. So that's a lot of fun to know. Мне очень нравится, что люди играют в игры с моими персонажами. Мне очень нравится, что теперь в Mass Effect 3 мой персонаж наконец-то получил оболочку, а не только голос. И теперь люди могут взять и пройти со мной какую-то миссию. Мне кажется, это так здорово. Иногда я повторяю какие-то фразы из игр у себя дома, и мы с моим мужем шутим на эту тему. Мне очень также нравится идея того, что, например, проводятся какие-то соревнования по конкретной игре, например, StarCraft. И меня это очень занимает, потому что люди собираются и выясняют, кто же лучший в компьютерной игре. И мне нравится, что мой голос, мой персонаж может в этом участвовать. Это очень круто. Итак, друзья, возможно, у вас возник какой-то хороший, адекватный вопрос, интересный. Есть интересный вопрос? Буквально пару вопросов из зала. Итак, парочку вопросов из зала. Could you tell me when your beautiful friendship with Katie Sackhoff started? Did it happen when you were shooting Battlestar Galactica season 1 and had a badass fight scene with Katie? That is exactly when we became friends.
Katie Sackhoff and I, she played Starbuck on Battlestar Galactica, and so we knew of, you know, we knew of each other for the entire season because we would work in the on the same show, but we never had the same storyline, so we were never really on set the same at the same time until we did that fight, which took us, we trained for 1 month each separately, and then we worked with the stunt coordinator to train together because it's all choreographed. It's all choreographed, so you have to make sure that the person knows when to duck. And but you're also connecting as well, like if I'm punching and, or blocking and you're connecting. We shot for 1.5 days to shoot that scene, and we had a lot of fun, but we were exhausted. And at one point, Katie, there's two funny stories, and we both realized that we're made out of the same thing. We both want to work hard, we both are very physical, we like to do the stunts ourselves, and so we were exhausted and bruised up, but we became really good friends through that. And at one point, when she hits me with, she swipes the arrow of Apollo at me, and it just nicks my chin. And in another take, there was, I kick her into a statue, and on TV they'll have this, if this is a statue, they'll make it so it breaks. So she'll hit it, and it just sort of crumbles. We did it so many times, they forgot to tell us that they'd ran out of breakaway statues. So I kick her into the statue and she goes thump, oh, because it didn't break away. So we had a lot of fun shooting those scenes. Насколько я понимаю, вопрос был про дружбу, когда началась дружба с актрисой Кейти Секов, правильно? Ответ. Мы не знали друг друга до того, как мы начали сниматься конкретно в этом сериале, и мы знали друг о друге, но у нас не было сцены вместе. И наконец настала сцена, когда нам нужно было драться. Это была сцена драки, и мы именно в этот момент поняли, что мы созданы из одного теста. Мы обе хотим работать много, мы много вкладываем своих персонажей, и мы тренировались для того, чтобы эта сцена получилась где-то месяц отдельно. Мы тренировались с постановщиком трюков, потому что нужно было, естественно, чтобы мы друг друга не избили, чтобы твой партнер знал, когда нужно уклониться или когда нужно подвинуться. И случилось два забавных эпизода, когда она был ее черед меня ударить палкой, и так получилось, что эта палка буквально задела меня и разрезала мне немножко подбородок. А с ней был смешной эпизод, когда мне нужно было пнуть ее ногой, она должна была влететь спиной в статую, которая должна была разбиться. Такие специальные вещи делают, когда любой актер в любой драке во что-то врезается. И мы делали так много дублей этого момента, что реквизиторы забыли сказать, что закончились статуи, которые разбиваются, и они поставили статую, которая не разбивается. И в итоге я очень сильно пнула Кейти ногой в эту статую, и она влетела в нее, потеряла дыхание, и после этого мы стали друзьями. Вот такие вот смешные случаи. Смешно? Итак, друзья, последний вопрос, последний, финальный. Здравствуйте, Триша, меня зовут Илья. Вопрос такой. Стать актрисой и актером озвученным была ваша мечта, к которой вы стремились? Или все произошло спонтанно? I never thought I would be an actor. I grew up on a farm in Canada, and I just never thought I would ever model or be an actor. I had to be the type of person that walked into a room and commands attention, you know? But I was very shy as a child. But I was interested in psychology. I thought I was going to become a psychologist. But in my, right before I finished high school, I was discovered, as they say, by a model scout. And I decided to give that a try for 1 year, just to see. I started working very well, and I never ended up going back to school to become a psychologist. But after 8-9 years of modeling, I wanted more, I wanted to use my mind more. And I got into acting classes at night while I still modeled during the day. And I fell in love with it.
And I studied for about a year, and then I quit modeling and started acting and moved out to Los Angeles. And in 1 year, I got Battlestar Galactica. And so for me, I think the interest in acting was that psychology aspect, because to get into a character, to figure out how to play a character, you have to understand their frame of mind and how the character thinks and why they do the things they do. So I think my initial interest in psychology as a teenager is what ended up drawing me into my career as an actor. Я никогда не думала, что я стану моделью или актрисой. Я выросла в Канаде на ферме среди полей и лугов. И никогда не думала, что так повернется жизнь. Но на последнем классе школы, как говорят, меня открыл модельный агент. И я решила попробовать, почему бы и нет. Думала, что если получится, то я пойду дальше. Если нет, то я отдаю этому всего один год, чтобы во что-то превратиться. В итоге я стала моделью, у меня стало получаться. Я работала в модельном бизнесе 8 или 9 лет. Но по прошествии этих лет мне захотелось чего-то большего, и я записалась на вечерние актерские курсы. Я по-прежнему работала моделью днем, а вечером я училась на актрису. И так как в детстве я была очень застенчивой, и меня очень интересовала психология, я думала, что я стану психологом, то это моя мечта, это мое желание воплотилось в актерстве, потому что когда я получила свою первую роль, я поняла, что именно психологический аспект узнавания своего персонажа соединяет меня с этой профессией, и что в какой-то степени моя мечта воплотилась в моей актерской карьере. Друзья, давайте громко сейчас поаплодируем! Я уверен, что все мы вместе с вами, мы хотим тебе пожелать творческих успехов, высоких, на высоких результатов, и чтобы все твои желания обязательно реализовывались, чтобы все твои мечты обязательно сбывались. Спасибо, друзья, это была Триша Хелтер! Thank you very much. Have a fantastic Comic-Con, and thank you for having me here. Спасибо большое, потрясающий Comic-Con, спасибо, что пришли. Давайте проводим под очень бурные аплодисменты, такие, которые мы еще не делали!